Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов продолжает рабочие поездки по проблемным территориям. В этот раз он посетил южную промышленную зону города Видное. Здесь расположены крупные предприятия, которые играют важную роль в экономике округа. И хотя все они показывают прекрасные финансовые показатели, нерешенных вопросов у них хватает. Чтобы наглядно показать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, представители руководства муниципалитета пригласили в южную промзону. Дмитрия Абаренова в этой поездке сопровождали заместители и руководители профильных отделов и служб администрации округа. Главная проблема практически всех предприятий этой территории – подъездные пути. Для их обустройства необходимы совместные усилия, и вот тут и возникает разлад. Каждый живет сегодняшним днем, и тем более здесь. Ну, эти хозяева, о которых я говорю, 90% – это арендаторы. Им ничего не надо. А собственник говорит, ну что, у меня арендатор есть, зачем мне заниматься этими проблемами? Также одной из проблем является транспортная доступность. На предприятиях, расположенных в южной промзоне, трудится более 3000 человек. В южную промзону из города Видного не ходит ни один вид транспорта общественного. Поэтому, когда идет разговор о том, кто у вас на предприятии работает, я честно скажу, у нас 30% работает людей из других городов. Они приезжают сюда вахтовым методом. Еще одна проблема – уборка дорог зимой. Только с завода «Албис» ежедневно выезжают 90 грузовиков. Таким образом, для предпринимателей чистые дороги – весьма важный вопрос. Нам приходится содержать на сегодняшний день собственный автобусный парк. Нам приходится содержать свой собственный парк уборочных машин, потому что кроме нас здесь никто ничего не делает. Конечно, большинство проблем, озвученных на встрече, невозможно решить одномоментно. И хотя на это уходит довольно много времени, предприниматели чувствуют поддержку. Вот дорога, вот это вот Каширское шоссе Дедылдина, она сделана. И, насколько я знаю, люди до сих пор благодарят за то, что эта работа была выполнена. Большинство проблем можно преодолеть только совместными усилиями администрации муниципалитета и руководством предприятий. Участники встречи выразили уверенность, что всем вопросам, которые были озвучены в ходе поездки, будет найдено решение.